Территория. Амамен. Пацаны, можете прийти ко мне домой, посмотреть, сколько у меня мышка зарядилась? Я думал, время сколько посмотреть. Я подойду, разрежу сам. Ну чё, пацаны, вскрываемся. Хорошо, это хорошо. Должно быть смешно. Да, правда. Вскрываться от него очень. Сейчас, короче, смотрите. Там побольше. Я себе Буран прочитал, я сейчас крышку мне от Фьюсти, я сейчас ее как это. Ну понятно, да. Так. А? Как Иисуса крутишь? А? Иисус? Как Иисус? Захват территорий? Или что? Спин. Захват. Будет захватывать Крым. Краеугольный камень Иисуса Христа, блядь. На Википедии в скобочках, да? Блять. Это, запускай игру, блядь, шарманку, или я сейчас сам запущу убить тебя. Давай запускаю, тихо, успокойся. Технологеру мед, капиталка подождет. Лол. Видите, как быстро нашлась игра? От всего то, что нас чей отвера. Это то, что моя игра, Мы, например, бежит таким же, как и я. Это что такое? Что за игра-то какая, фурона? Некий, ты что, с ботами включил? Фу. Ты дурак? Чё, я ой, не... блять, выходи нахуй. Некий по классике, как всегда. Некий, ты я их... В прошлый раз они были отключены. Хули они сейчас включены. А ты чё, ты хочешь, что чтобы мы 2 на 2 точки, что ли, захватывали? Я поднял. Бабла. Я тоже поднял. Некий, ты чё, хочешь, что мы 2 на 2 точки захватывали, что ли? Да. Ты дурак? Ладно, пойдем с людьми тогда. Ребята, кто против Некита? Давайте бойню. Давайте бойню. Какая если бойня? Мы только что в нее играли. Президент, то я его не поддержу. Да. Этот. Пусть его кто-нибудь другой поддержит. Поддержит. Король. Опа! Сегодня поддержи. Некит гей, хоть что мужики писем держали, ну, блядь, официально. Помощь назвал. Из вас кто-нибудь. Что, из вас кто-нибудь хочет это? Играть 2 на 2 захват точек? Нет. Нет. Ну вот и все. Суки вы ебаные. Еще странно, блин. Ромчик, создай ты. Ой, фу, блядь, Влад, создай ты. Некий тоже ищет. Я уже создаю, пошли нахуй. Некий постоянно хочет доминировать, постоянно хочет быть владетелем сессии. Кто бы говорил. Интересно. Кто бы интересно, говорил. Интересно, почему. Ромчикам слова не давали. Все ромчики сейчас в мире молчат, и ты тоже должен. Да, чем... А я, чем им еще правила нарушить? Ты умрёшь. Правила. Нарушение правила, ты правила. Правило это не нарушение, правило это правило. Умываюсь у дворов. Опа. О. О, это же лагающая карта, прикол. Нет, крутая карта, самая крутая в игре, большой дыра. Какого перса взять, короче? Реально, возьми шаманку. Нереально. Витёк будет заражать, кушать, потом ты заразишь, он кушает, опять все кушают, все радуются. Кроме них. Надеюсь, там не сотые тысячные престижи у всех. Сейчас чекнем. Так и есть, скорее всего. Насколько ли шанс, что они тоже сквад из 4 аутиста? Ну, с 3. И одного умного. Уберкума один дебил, ой, фу. А реально. Один дебил. Блин. Как так можно? Некит, смотри, тебе нравится Валькирия? А, да. Не, ну типа драться тебе за неё нравится? Да. А, тогда тебе пойдет. Ну да, попробуй за горца, кстати, может тебе понравится курица. Лапку им бить. Мне нравится курица, но мне не нравится. Это же этот, Дон Маглас. Да, Дон Маглас. Дон Маглас. Второй слабый удар, как будто он, блядь, хуйня какая-то. А Ромчик, ты же не знал, тут это, изменили боевку. Я отлично услышал из Витька. Тут изменили боевку, теперь это... Дон Маглас тут богатый будет. Тут меньше теперь урона, но удары быстрые. Это хорошо. Типа, это... Теперь можно бить слабыми ударами легче. Кто так. Хочет покурить? Что? Че, блядь? Покурить. Мы попозже пойдем с Романом. А я посрать пойду. Это а, нормальный престиж. Типа 45 только мощный, 13 такой более-менее. Так что, ребят, да, зачем писал, короче? Вы справитесь, короче. А еще мне хочу массаж. О, так они слабенькие. Ну, смотри, Влад дерется против 45-го. Я дерусь против первого, Никит дерёт против 13-го, а Никит против 5-го. Всё хорошо. Да, Витёк же крутой, блядь. О, у меня есть на нём какая-то способность. Да фу, негр, это у нас негр в команде. Витёк, можешь выйти? Фу, у нас фиат...
Да не могу с неграми играть, ладно, с женщинами не можно, а с неграми... А я не хочу с феодальным пидорасом играть, блядь, и почему здесь, кстати, нету, знаешь, какого-нибудь крутого нигера, прям такой накачанный, как из зеленой мили, с топором? Ну смотри, вот, ты берешь машину времени... Чтобы на этот рэп читал. Перемещаешься назад... Нет, смотри, берешь. Тебе не стрять, типа, если негр качок, то сразу рэп йоу-йоу. Да, это круто, mm-hmm. Витёк, ты чё? Все рэперы. Негр толстый — это Big Smoke, негр накачанный — это рэп. 50 Cent какой-нибудь. Негр низкий — это худой с пистолетом, который постоянно тебя бэкует. Ти-Джей? Да. А обычный негр высокий — это... А женщина-негр? Женщина-негр — это их надо убивать, поэтому я их почти не вижу. У кого слабый компьютер, почему игра так долго грузится? Убер-кума. Это убер-кита. Приколы вот эти, как эти, толстые женщины-негры, которые мамочки. Да, приколы. Да, you fucking nigger. No way. Мне кажется, у них детство идет из специально, чтобы они специально так говорили. Потому что в фильмах так. Да. Это, я смотрел видео про Кубу, там, про их культуру, они там, блядь, там негры пиздят черные. Они прям, они не черные, они угольные, нахуй. И у них, да. И они постоянно танцуют. Представьте это себе, блядь, мир, вот... Это, знаешь, стереотип, да, негры танцуют, поют, да, и черные. А там прям этот стереотип реально есть. Негры есть... черные — это реально стереотип, пиздец, какой-то непонятный. Чего? Типа... Майкл Джексон, смотри, негр. Совсем неправда. Типа это, вот вы прикиньте, вот в Россию приходите, да, и все танцуют гопак, постоянно везде колонки, из них играет, блядь, Калинка-Малинка, все танцуют гопак, блядь, и на медведях ездят. А, вот, our Shugoku has bad internet, sorry guys, how are you all have time, а, how are you all? Ты читаешь написал, чат? У них утюгоки, плохой интернет, заранее извините. А пока почему я не вижу чат? Я тоже не вижу. Ромыч, какие-то привилегии, что ли? Ромыч придумал себе что-то. Да, у него, блядь, шиза. Вот, our Shugoku has bad internet, sorry enemies. How are you all have time? T-H... Fuck you. А почему я чат-то не вижу? Ты не вижу. Ромашки, меня я задонатил, как приехал. Кинул чат. Чат. Блин, и чё негр, чё поёт? Йоу, гей! Круто. Вот опять же звук. Сейчас будем захватывать, чтобы это была наша территория. Тихо, некий, не надо только танцевать так же. Побежали. Не, ну мужик реально кайфует, он типа радуется за Крым, лёг на диванчик. Да, у него стоит, блядь, очень радуется явно, блядь. Ёбаный. Ананасовый сироп, оп-оп. Пацаны, тут трое, блять, на А. Спасите меня, блять. Меня глушили. Пацаны, трое на А, ебут меня. Спасите, пидорасы, блядские. Четвером. Ой, бля. Некит, он использует двигание, твое любимое. Некит, блять, на А ебут меня, а ты на С бежишь. А я драться-то не имею пока, мне нужно... Твою дочку. Ебут, а ты на А бежишь. Ромочка, я тебе не советую сюда идти. Ой. А я... Ты чё, ты меня плохо понял, дура, блять? А, так точка С же наша, мы же оранжевые, блять. Крым. Крым наш уже. А, так синенькие — это не наши солдатики? Тогда их надо... Да, их убивать. За тебя, блять. Они тебя пиздят, а, это наши просто злые. О, бля, они вдвоём на меня ебут! Да, бля, я ведь как хочу спасти от добивания, а прицел не настраивается. Ёб твою мать. Ой, я убил валькирию, при этом никто не убил. Ой, убили? Ой! Ой! Каменщик проснулся! Ромчик, ты снял. А, блядь! Получай! О, убил. Давай, пизди их. Так, меня сейчас затыкают тут, ну да. Блять, я... меня заебошили. Сосай. Бежим на С, они сейчас на С побегут, бежим на С быстрее. Ну, вы, правда, мёртвы. Влад, спасай меня, или Витёк, давай, спасай. Ребята, я играю только за рыцаря официально. Нет, давай, нападай на этих чмошников. О, я спасаю С, я успел. Ураган агентский, да. Pull my trigger, now he's dead. Блять. Мама. Я сейчас А захвачу, пока никто не видит. А, вот это я говорю. Ах ты сукин сын, мать проебал! Ну чё, постоянно так говорит. Он глупый на... Ой! Бьют меня. Ой! Ой, ко мне бежит самурайка.
Давай, китайцы на китайца. Люблю зальный лист, а ты? Ромчик, вообще по жизни дурак. Ой, тут два на меня бежит на А. Привет. Ромчик, не бойся, я тебя спасу своим телом. Богачури. Блять. А, это Сюгоки только заряженным ударом бьет. Прикол. Вы не успели. Влад, тут переход к атакующей форме, зажать сильный удар. И чё? Он просто ударил. Чё? Зажми сильный удар. Я зажал, и чё? Нихуя. А. Он с дома класс сказать. Нет. Я вот стою, зажал сильный удар. Он просто ударил, и всё. Может, на клавиатуре по-другому делается? Я вот в приемах посмотрел. Удерживать. Переход. Стой. В текущей форме. Удерживает форму. Стой, у тебя... Ты на джойстике или на клавиатуре? На клаве. А, нажми букву S русскую. Нет? Вот меня бесит, что фотонер убрали эти добивания человечков. Ага. Но это слишком дорого стоит. У меня... Это анимация какая-то. Ромчик, сзади меня. Блять. Так. Где? А, ой, Сюгоки, вижу. Ща... Ой, еще и сзади. Ууу. Вот, и перешел. Ага. Да, сука толстая, мразота! Я желаю этому человеку, который играет за этого персонажа, смерти. На меня трое напали, блин, вы чё, пацаны? Это не серьезно. Штука, у меня только одно убийство, мать твою. А, нам нужно на контроль это делать, вот. А, понятно. На контроль. И чё? Ну и удары делай. А типа, теперь все приемы нужно делать. Вот. Вот так мы делаем дома с мамами. Бля. Ой, там на одного двое нападают, надо как-то... Ромчик, ты обманул, он не только заряженный удар делает, он меня убил. Это кто там против двоих-то долбится? Я? А, ещё я помогу. Надеюсь, я успею. А, ну да. Нафига я прибежал? Потому что ананасовый сироп, поп-поп-поп. Прикол ДС. Прикол ДС, память башку, это то, что надо. Восьмиклассница. Привет. И сейчас. Я думал, он Витьку сказал привет. Привет, Андрей. О, я... О, крутой. Ой, Витька убил. Ты плюха. Ромчик, если ты хочешь, то по желанию ты можешь меня поднять. Ну блин, я дерусь. Я спасу, Витёк, стой. Витёк, стой. Он играет, он финтует. Ромчик круче. Я встал. Давай, и добивай. О, отлично. Супер. Бам. Я забыл то, что у меня, я же хитокири, меня во время добивания ничего не потревожит. Ой, там одного на С долбит. Ой. Но это не всегда, это только сейчас. Я опять, я уверен, я опять не... Я да, я опять... Его! Я же нажал на СА! Опять я не успел. Сука. Пацаны, хорошо как-то играем, посмотрите на счет. Да, ща охуенно. Да. Бам нахуй. Бам нахуй. Вот и все. Блять! Цель ушла нахуй. Ой. А! Чуть не убил меня. Прикольно. Их там трое, блять. Ой. Ой, на Б я точно не побегу. Давайте бомба на А. Ой. Фух. Блин, я не понимаю, почему меня голову отрубили, я моргал. Потому что игра крутая, наверное. Тихо. Ребята, отпустите! Отпустите! Бегите быстрее на С. На С? Так мы её захватили. Мне что, негр приказывать будет? Нет, другое увидишь. Беги сюда. Ой, да блин, страшно. Тут там этот лежит труп некий, ты такой страшный, типа. Да, он прям... Он что, бледный такой? Страшный. Чё надо? Там о, труп некий-то сидит, блядь, страшно. Да, ты видишь, как он сидит? Да, он помолился. Распал. Помолился и спит. Вот черт. Ты куда бежал, ты, Витёк? Я тут с Сюгоки дерусь. А я тут с рыцарем дерусь. Ясно. Он башкой спамит постоянно. Да в смысле? О, это я. Но... Так, держите их, у меня есть спид. Чё?
Сейчас, подождите. Да, блин, у меня эта команда напала. Что делать-то? Убивай. Алло? Убивай, чё такое? Тебе сейчас кликнут, если ты будешь на месте стоять. Некит. Алло. Ты жив там? Да, это чё, пойдёшь на улицу? На улицу? Ну, я пойду. Ну, надо играть. Ну, я позвоню, короче. Это Ром, подождёшь от меня, я до тебя дойду тоже. Это не сейчас, позвоню. Короче, давайте. Угу. Ой. Блядь, ты нахуя с группы-то вышел? Ну, некий. Пиздец. Отлично. Ебаный дурак, блядь. И что он наделал? Потрогал, блядь. Пиздец, нахуя он с группы-то вышел? Ебалан, блядь.